Весне в Тюмени рады не все. С потеплением начал таять снег, и там, где ремонтируют кровлю, вода заливает квартиры. С такой проблемой, например, столкнулись жильцы одного из домов по улице Республики. Почему Марк не постучался не в двери, а в потолок? Разбирался Алексей Козлов. И льет сюда, мы вот подвесной потолок приходится сливать, вот тазик, уже все время сидим с тазиком. Ремонт Евгений Соснин закончил недавно, и тут же пришлось снимать люстру, чтобы замыкания не было. Из-за разобранной для ремонта крыши талые воды попадают в квартиру. Недовольны и другие жители дома, ведь закончить ремонт должны были осенью. Капитальный ремонт краткосрочный. Что это слово означает, краткосрочный, мы до сих пор не можем понять. Ну, вроде теперь понятно. А теперь уже нам понятно, что такое краткосрочный. Крыша-то началась с 3 января, все у меня записано. Вот они ее сняли, поработали где-то до 25 января, все, смылись, февраль весь не было, снегов не было, погода была чудесная. Это крыша дома номер 174 на улице Республики. По словам субподрядчика, работы на ней велись и вчера, и должны вестись сегодня. И сейчас практически полдень, и судя по нетронутому снегу, сегодня здесь никого не было. Но рабочих мы все же нашли. Говорят, работа стоит из-за задержек с деньгами и материалами. В течение 10 дней полностью демонтаж сделаю и закрою, чтобы хотя бы снегом не крыло до железа. Субботы здесь. Это получается неделя будет. Неделя? Да. То есть вы приходите, находитесь здесь и ничего не происходит? Да. Наверное. Но мы приходили здесь уже. Я просто прошу, ребят, мне жильцов жалко. То, что действительно топят, жалуются. Приходят у меня ребят, я прошу их, они снег у меня таскали. Деньги и материалы должен предоставить генеральный подрядчик. Судя по табличке, это ООО «Уральский монолит». Представитель компании подтверждает, были сложности, но они почти решены. Я согласен с вами. Объем работы просто колоссально большой. Его материалы были проблемы. Ну, как раз мы заходили в конце сезона, так скажем, с этим были проблемы. А так, в принципе, все идет. Я думаю, в течение 3 недель мы должны отсюда выйти и заходить. В течение 2 недель? Нет, 3. В течение 3 недель. То есть к середине апреля кровля будет готова. Как раз за это же время растает снег. Ну а жители успеют подготовить акты о подтоплении квартир и отправиться в страховую компанию. Алексей Козлов и Евгений Доценко. Тюменское время.